не откладывая в долгий ящик, и делаю обзор этой гитары. Dave Mustaine, 2005 год. Он в ESP уже 2 года. У него уже есть подписная гитара DV8. И он, как он говорит, захотел, чтобы ESP сделала ему ту гитару, которую он придумал еще в 1985 году, и Джексон тогда побоялся ему ее сделать. ESP делает ему эту гитару, и Дэйв Мустейн уходит через 2 года. Гитара выпускается в 2005-2006 годах. До сих пор эта гитара вызывает очень много, ну не спор, ну не очень много, ну есть какие-то разногласия среди металлистов, особенно среди классических металлистов, которые вот поставили себе какие-то рамки, какой должна быть выглядеть металлическая гитара, и даже BC Rich их туда уже не вытягивает, то есть там V, там Explorer, может ML и, ну и солоисты. А тут такое, ну, то есть полностью что-то непонятное. То есть ROG, как у Iceman, у Ibanez'а. Тут какой-то непонятно Explorer, не Explorer, недобитый какой-то. А как выглядит, как какая-то рыба Дори, да? Но, что я хочу сказать. Мне, кстати, эта гитара всегда нравилась. Такое, особенно в те годы, вот когда я листал этот каталог в 2006 году. Тогда Кавалера вышла гитара, вот это с бразильским флагом, непонятное там что-то, ну какой-то SG там с бразильским флагом, ну Тракстер вышел Хэтфилдовский, который, ну понятно, что Explorer MX-250 это Хэтфилдовская там, Eat Fuck и так далее, это все его классика, это гитары, которые сейчас, это, наверное, одни из самых ценных металлических гитар. Но вот этот Тракстер, никому он что-то вообще. Ну, это какая-то дешевое подобие Лес Пола. А причем еще, когда он сделан вот эта облупленная краска, когда эта краска делается вот как на этом как раз Тракстере, сделана такая, ну, вот, чрезмерно... перестарались. Если делают, ну, устарение такое, то оно должно быть хотя бы хоть немножко реально, реалистичное, а не так вот. Ну. Короче... Я на эту гитару смотрел, как раз Dave Mustaine, Megadeth, я тогда, когда начинал именно так серьезно, слушал его почти полтора года, и захотелось мне эту гитару. Опять же, как я в прошлом видео говорил, долго я ее искал, и вот она пришла. И вот сейчас я вам расскажу, что это такое, и что мне в нем нравится, и что не нравится. Первое, что я вам скажу, и это будет одно из немногих таких моих подсказок таких моих вам, ну, особенно людям, которые только начинают, а я знаю, что некоторые из вас, скорее всего, только начинают заниматься гитарой, потому что просто так вы бы на мое видео не набрели. Это надо искать там видео гитарное и так далее. А некоторые из вас, понятно, ребята, которые разбираются в этом деле, у которых были хорошие гитары, некоторые из вас этим уже всю жизнь занимаются, у меня аж демография выскакивает. То есть, чем эта гитара хороша? Все знают, что Дэйв Мустейн играет на V. Стрелы как... Ну, то есть, как вот это, только без вот этого рога. И, то есть, на них сидеть надо вот так. Придерживать... Он, кстати, придерживает икрой нижний рог, даже когда играет на концерте. Он, когда соляк особенно делает, он ее так стабилизирует и играет. Поэтому Дэйв Мустейн всегда играет сидя так же само. И почему? Я вам скажу, что сидя, вы стоя играете в таком же положении, у вас должна находиться гитара, в котором она у вас находится, когда вы играете сидя. Это, ну, поправка. Все, что я говорю, вы должны к этому относиться так же, как и все говорит, что и другие, особенно российские ютуберы. Я некоторых даже, у которых очень-очень много подписчиков, которые этим занимаются довольно-таки долго, я их смотрел некоторых. И там они вам, по их словам, дичь гонят конкретную. Короче, ну, надо все это на себе пробовать. Обращать внимание, не обращать внимания, подходит, не подходит. О, так я, для меня это, по крайней мере, так считается. То есть, когда гитара находится в таком положении, то она должна и стоя. Сейчас я ремень схвачу. И я вам расскажу об этом. И почему это связано с этой гитарой очень близко. Кстати,
Нашел я себе ремень под эту гитару. Прям такой мустейновский. Вот, я когда стою, у меня гитара будет висеть примерно там же, где она у меня на ноге, но только выше должна быть. Но я ее немножко себе позволяю опустить, ну, под более металлическое такое. Как раньше говорили все эти семидесятники, что гитара должна висеть на яйцах, так сказать. Ну тогда вам нужно и так на ней играть. И я когда начинал играть, я вот так себе поставил гитару, а тут этот рог, то есть эта гитара очень удобная именно вот так, потому что Дэйв Мустейн так всегда на гитаре играет, и поэтому вот этот рог и вот эти вот такие плавные переходы, это как раз вот сюда, эта гитара должна вот так вот сидеть на ней играть. И я когда так начинал играть, какой-то там лопушок, которые тогда подсказывали мне, как играть первый раз, такие, да ну-ка, а я акустическую, на чем учились, на акустическую, куда акустическую поставил, они, да ну что ты, как лох там, как консерваторный, мы ж все под забором как играем. Ключ переломлен пополам, она ждать уж коленит совсем усоп. Все так сыграешь, уже ж вроде как не все по плану, а вот так вот все по плану. И вот так я играл. Ну а теперь, когда встаешь, чтобы играть, особенно там какие-нибудь точные соло, она должна у меня так висеть. Вы посмотрите, как Петруччи, Джон Петруччи играет. У него гитара висит, как у отличника в шестом классе, вот здесь. Это потому, что он привык так играть, сидя. А у Хэтфилда, допустим, гитара висит чуть ли не до колена. Это потому, что он всегда... Я даже так точно сейчас не сыграю, потому что я привык, ну, вот сюда, и как-то там мне надо будет выиски. Короче, поняли, да, мою мысль? Ну и к этой гитаре возвращаемся. Вот этот вот уступ, он как раз удобен и так. Так он, между прочим, больше всего удобен, потому что очень удобно ложится. Ну и так, конечно, тоже можно играть. И она стоит на месте, абсолютно не перевешивает ничего. Как знаете, вот Лес Полы, они будут вот сюда уходить. Келли, джексоновские, будут сюда уходить, у них шея очень тяжелая. Поэтому их держать надо, эта гитара. Она сбалансирована. Это полностью все махагон. Махагон гриф, махагон туловище. Дека, по-моему. Гриф махагон. Накладка из отличнейшего черного дерева. На ЛТДшках стоит палисандр, но здесь черное дерево, оно как прям пластмасса. Ну тут практически нет этих трещинок вот этих, которые обычно существуют на дереве. То есть чуть ли не как вот отлакированный зад грифа, и такой же, и такая же. Она ее и не видно, как она там и переходит практически. Ну то есть отлично сделано. Это гитара, кстати, это Kiso Custom Shop. Kiso — это один из лучших. Есть Tokyo, это серийный номер, называть начинаться будет с Т в ESP. То есть это Tokyo. Kiso — это Kiso фабрика. Tokyo и Kiso фабрика — это самые лучшие. То есть все эти чувачки, которые знамениты, они все играют на Kiso и на Tokyo. У них есть там еще другие, там M есть фабрика, по-моему, есть N фабрика, но то уже чуть похуже и так далее. Но тоже японские ESP. То есть это одно из самых лучших. И все, причем, я вот смотрел, как-то там картинки листал, все ESP Action сделаны в Kiso или в Tokyo. То есть все отличнейшие гитары. Форма удобная.
если вы к этому хорну, ну, в смысле, к этому рогу привыкнете, этот рог, он немножко, когда так находится гитара, то он практически не мешает. И это, ну, потому что так Дэйв Мастейн играет, да? По-филармонийски. А если когда вот так, то этот хорн, он уже немножко сюда, ну, то есть, надо находить. И ее гитара, она как бы вот из-за этого рога, она как-то немножко пытается сюда сама стать вот. И когда она сюда становится, она прям вот так, как по-металлистски вот сюда выходит как раз. И на ней играть вот. И когда на этой гитаре играешь, на ней, во-первых, она удобная, да, на ней играть хочется именно там тяжелая, а все практически подписные гитары так мотивируют играть что-то, то, что играет артист. Звук у этой гитары. Это одна из гитар, у которых звук не сравнится, допустим, ни с любой другой гитарой. У меня их куча этих гитар, и эта гитара не сравнится. А широкая. Широкий гриф, но узкий. То есть это влияет на звук, потому что широкий гриф, такой же здесь находится этот стержень, но ширина грифа, она влияет на звук, особенно если тут зависит от накладки и так далее, потому что она тоньше, шире, это лучше, чем толще и уже. Допустим, на вот этой, тут гриф вообще V-shape, ну то есть вот такой. И он очень узкий, и здесь будет совсем другой звук. И дека, во-первых, здесь много махагана. Она хоть и с вырезами, с этими, но здесь довольно много. Она легкая, потому что махаган сам по себе легкий. То, что утяжеляет там Les Paul и махагановые и так далее, это кленовые накладки на них. Но она, у нее обширный звук, и если нажать на sustain, то ударили, и можете идти там на пробежку и так далее. Это будет, sustain будет продолжаться на, ну, довольно долго. Это очень яркая гитара. Она яркая, хотя это махаган опять же. Махаган, но это яркая такая, тяжелая. Вот именно я ее сравниваю, как эта гитара звучит, я ее сравниваю с голосом Мустейна, вот из всей металлической вот этой среды, особенно трэшевой. Голос Мустейна вот этот. Вот это примерно так же эта гитара и звучит. Это странно, конечно, но абсолютно не звучит так, как ML, допустим. Ну, в ML там Димарзио звукосниматель, здесь Сеймур Данкан, но у Сеймур Данкан стоят одни и те же. Допустим, в этом Джексоне стоят те же самые звукосниматели. И даже вот на моей аппаратуре, если я вам сыграю, там, допустим, пару аккордов сюда. А теперь я сыграю на тех же самых Seymour данковских гитарах. Примерно такая же гитара, тоже махаган. Все махаган полный, но стоит палисандровая накладка и стоит маленький топ, ну там, короче, совсем тонкая. Ну вот, эта гитара немножко веселее, звук у нее такой, вот он потеплее, так сказать. Хотя примерно такой же, если не считать палисандра, накладку на гриф. Здесь звук вот как-то вот объемнее, мне кажется. А датчики, то есть мы уже определились, да, это Seymour Duncan, JB50, Bridge, и этот я не помню, ну тоже. Обычно они во всех Джексонах, во всех SL2H Джексонах, ну солоистах, короче, стоят. Такой же самый и здесь стоит. В некоторых из них стоят вот эти Live Wire, это мустейновская, подписные. Громкость, опять же, громкость у Мустейна стоит там, где мне нравится, чтобы стояла громкость. То есть не под пальцем, ты об нее не бьешься, она чуть в стороне. И потом стоят
тоновые эти. Я тоновыми никогда не пользуюсь, но они здесь есть, на всякий случай. Стоит Tone Pros Bridge. Tone Pros — это такие, как они стоят на эпифонах, можно так сказать, с широким разрезом, болтом, ну то есть не лес-половские, не гибсоновские, а как эпифоновские. Струны через, продетые через деку, считается, что это лучше для сустейна, то есть когда нет stub, tail, как его, ну, по-русски вот узнаю, как это называется, скажу потом. Ну, есть такая вот конструкция, то есть бридж тоже, Tone Pros Bridge, такой же самый, только золотой идет, но он проходит через вот этот stub tail, остановочный хвост, я хрен. А тут через это, я так считаю, это лучше для сустейна, это считается лучше вообще для мощности гитары, и поэтому, может быть, она и звучит как-то вот немножко по-другому, чем эта гитара. Помимо того, что стоит черное дерево накладкой, тут находится палисандр. Палисандр намного теплее, певучий. Палисандр сам по себе, хоть он стоит на самых дешевых гитарах, там Squire, дешевые Ибанезы, но палисандр, он певучий, он музыкальнее дерево, чем черное дерево. Черное дерево просто хорошее, потому что оно черное. Это эстетика, это для красоты, так сказать. Ну и понятно, оно яркое. Если сделать, почему никогда вот нет гитары из черного дерева? Вот если мы там блэковые металлисты какие-нибудь вот подумали, вот мне бы гитару из черного дерева. Вот сделать же гитару из махагана, чистый, вот тот вот, не покрашенный махаган гитары. И даже из палисандра делают гриф из палисандра. Вот некоторые гитары из Петруччи там есть, ну, Music Man и PRS делают махаган и чистый палисандр гриф с накладкой совсем. Почему нет черного дерева? Сильно-сильно яркое. То есть там будет столько яркости, стекла появится, что даже этот болотный ясень с ней не сравнится. Поэтому ее считаю больше для эстетики. И черное дерево, оно, ну, вот на альхе. Когда стоит альха дека, там, допустим, клен гриф, и тогда черная накладка с черного дерева, оно как бы вот уравновешивает этот звук, потому что альха и клен, они такие теплые, вязкие такие вот по звуку дерева. А махаган, он вязкий, но он может быть ярким. Вот почему махаган считается одним из лучших вообще сортов дерева в гитаростроении, потому что он музыкальный. Вот если взять просто кусок, блок такой взять махагана и по нему постучать, он будет звучать лучше всех. Поэтому, но он яркий. Вот. Если когда делать нечего будет, посмотрите PRS, где Пол Рид Смит вообще у себя сидит там на фабрике и стучит по этим блокам. Ну, короче, все. Об этой гитаре тут много рассказывать не нужно. Это отличнейшая гитара, это удобная гитара, это звучит гитара отлично. Я бы всем его посоветовал, металлистам, кто может себя представить с этим, с этой формой. Для меня абсолютно нет никаких претензий к этой форме, мне она нравится. Это радикальная форма, я всегда, если это не сильно радикально, а тут ничего сильного нет. Это, ну, чуть-чуть есть рог, выскакивает сюда, тут сюда, ну, а так она... Ну, это Дэйв Мустейн, он один из главных металлистов, что тут уже душой кривить. И поэтому я эту гитару очень сильно уже люблю. А, ну, лады, я еще вам не сказал о ладах. Лады здесь никелевые, что мне, как вы знаете, не нравится, но почему я, опять же, у меня было видео о ладах, здесь я вернусь. Если бы здесь стояла нержавейка, то она бы еще ярче звучала. То есть гитара уже такая, она яркая такая, дерзкая, вот звук у нее. Если бы поставить сюда еще и нержавейку, яркости придало, и уже бы тогда оно... Ну, это вообще вся гитара отличная. Она, ну, легкая тоже, весит где-то, ну, может быть, 3-300, где-то так. Килограммах. То есть форма радикальная, форма удобная для любого сидения. Висит очень-очень хорошо, очень сбалансированная, то есть носом не клюет, назад не тянет. Рог вот этот немножко может как-нибудь уголком, но он тоже, он сточенный. Это не просто так рог, он, видите, вот чуть сточенный, то есть уже для удобства. Это не просто как вот на некоторых он бы выпирал. Здесь все это подсчитано и так далее.
Звук у нее отличнейший, особенно для трэша это все, это тут больше искать не надо. Я ее даже если вот на тон опущу, на один строй, это будет креатор будет на ней, одно милое дело только. Минусов я в этой гитаре не вижу, честно вам скажу. Я бы мог сказать, что лады из нержавейки бы были лучше, так как я люблю нержавейку. Но я понимаю, почему в этой гитаре лучше всего никель. Никель, потому что звучание у этой гитары уже сейчас яркое. И этот никель, он немножко даже балансирует это. Звукосниматели отличнее. Seymour Duncan мне обычно не нравится. Я DeMarzio, Super Distortion парень. Но здесь я тоже, опять же, Seymour Duncan немножко темнее по звуку, чем Distortion. DeMarzio, поэтому я считаю, на этой... Ну, то есть, здесь все сбалансировано, здесь все продумано. Это Kiso Custom Shop. Custom Shop, Kiso, там фуфло не гонят, так сказать. И это абсолютно... Почему эту гитару сейчас не найти? Если бы это было говно, то ее перепродавали эту гитару. Но ее сейчас нет. Вот попробуйте и пойдите, поищите... ESP Action. И если даже у вас есть возможность достать LTD Action, то берите. Я считаю, что LTD будет звучать так же хорошо. Ну, не так же хорошо, понятно. Качество будет очень ниже, на уровень ниже будет качество. Но звучать она должна хорошо, во-первых. Потому что из материалов все остается, кроме палисандра. То есть, вот этого яркого такого мустейновского пения вы с той гитары уже не достанете. Потому что будет ярче, не ярче, а теплее будет звук. Он гуще будет звук. Ну, мне даже интересно, как вот LTD именно звучит, попробовать. Поэтому вы мне там что-нибудь поставьте. Я это видео делаю сразу после предыдущего видео, чтобы мы не отставали. Было аж открытие коробки, это история, предыстория этой гитары. Сейчас обозрение этой гитары. Все отлично, я всем эту гитару советую. И я не все, кстати, гитары вам буду советовать, но эту гитару я советую. Но это, опять же, я, может быть, предвзятым к этому отношусь, потому что очень долго эту гитару искал. На будущее, что у нас будет? Будет открытие коробки. У меня еще одна гитара, которую я долго искал, идет. Интересная гитара. Вам всем будет интересно, я уверен. Гитара дорогая. Гитара уже сейчас становится редкой. Я вас в следующем видео, когда она придет, я вам об этом всем расскажу, поэтому не буду вам сейчас спойлером тут делаться. Потом эти две тоже будут. Три, потому что я вам еще должен Дины оба рассказать о Динах. У меня еще Кизелы есть и так далее. Иерархию Гибсонов я вам расскажу. У меня Лес Пол будет скоро очень. И мы вернемся к Джексонам в следующем видео. Вот с этой гитарой мы поговорим о Джексонах немножко больше. Я просто сделаю обзор этой гитары. Эта гитара очень интересная. Она выглядит сейчас не так, как они выглядели, когда их выпустили. Но интересная история этой гитары. Эта гитара тоже. Эта гитара, во-первых, красивая. И об этих гитарах можно рассказывать тоже долго. Поэтому... Всем следить за бодростью духа, и если еще не подписались, но до этого момента уже досмотрели, то нажимайте эту красную кнопку, потому что вам от этого ничего не будет, а мне приятно. До следующего видео.